Начинаем с новости последнего часа. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко не сумел одержать верх над американцем Райаном Бейдером в бою за звание чемпиона турнира «Беллатор» в тяжелом весе. Поединок в Лос-Анджелесе завершился поражением Емельяненко. На пути к финалу он победил американцев Фрэнка Мира и Чейла Сонена. Для Емельяненко этот бой стал 45-м в смешанных единоборствах, а всего на его счету 38 побед.